на протяжении 8 дней до того, как уехать в Австралию. У меня были проблемы с транзитной визой. Нервы были расшатаны, были проблемы со сном. Я очень сильно переживал. Но в итоге виза была получена, однако в дороге я заснуть не мог. В итоге почти 40 часов без сна. Сейчас я нахожусь в очень подавленном состоянии. Мне тяжело воспринимать реальность. Однако я догадываюсь, что настоящие трудности нас ожидают впереди, потому что мы идем к полюсу недоступности в тропической зоне. Так называли ученые и путешественники Новую Гвинею в прошлом. Суровые климатические условия, влажность, болезни, насекомые – это только малая часть того, что нас ожидает. Это чувство, что мы приближаемся к нашей цели, заставляет сердце еще более учащенно биться, и последние силы появляются, чтобы встать и пойти вперед.